Привет всем, это Вячеслав, канал Акибай. В данном видео мы расскажем, где расположен ОБД-разъем в автомобилях Стрэнберлинга с 2007 года выпуска и Peugeot Partner с 2007 года выпуска. Что нужно сделать для того, чтобы найти ОБД-разъем? Нужно потянуть на себя крышку, это раз, и дальше нужно снять данную крышку, и вот мы здесь вот видим ОБД-разъем, то есть можно смело подключаться.